А сейчас я сделаю заявление в качестве министра иностранных дел Новой Зеландии. Сегодня Совет получил просьбу почтить память трагических событий 17 июля 2014 года, в результате чего 298 человек погибли, включая одного гражданина и жителя Новой Зеландии. Год назад этот совет единодушно принял резолюцию 2166, осудив нападение и призвав наказать виновных. Сегодняшняя резолюция имела целью учредить механизм, с помощью которого эта ответственность могла бы быть установлена. Тот факт, что мы не сохранили единодушие, которое характеризовало резолюцию 2166, вызывает крайне глубокое разочарование. Не сумев найти решение, Совет подвел семьи и друзей погибших на борту MH17. И Совет подвел себя. Это вопрос, по которому Совет должен был бы прийти к единому решению. Для Совета безопасности, которому поручено поддерживать международный мир и безопасность, не способны согласовать процесс установления ответственности в случае, так как, когда коммерческий рейс был сбит и 298 человек погибли, действительно является серьезным вердиктом. Мне кажется, это не вопрос, который можно рассматривать с точки зрения различных тонов серого. Мы либо идем по пути ответственности, либо по пути безнаказанности. И я крайне сожалею, что именно последнее выбрал Совет в своем сегодняшнем решении. Являясь председателем, мы активно работали для выработки консенсусного результата. Однако позиции по созданию трибунала на данном этапе были непримиримыми. Тот факт, что был достигнут такой результат через использование вето, вызывает особое сожаление моей страны. Новая Зеландия последовательно выступала против вето с 1945 года, и мы выступаем против него сегодня. Мы, как Совет, просто должны найти лучшую возможность для совместной работы. Страны, которые понесли большую утрату, включая, в частности, Австралию, Малайзию, Нидерланды, наши близкие друзья, Новая Зеландия поддержала и выступила соавтором данной резолюции о создании международного трибунала в рамках серьезной работы по установлению ответственности за падение MH17. Это меньшее, что мы можем сделать в память о жертвах и для смягчения страданий их семей. В завершение хотел бы выразить соболезнования моего правительства странам, семьям и друзьям жертв рейса MH17, и мы глубоко сожалеем по поводу того, что Совет не смог выполнить свой долг сегодня, свой долг перед ними. А сейчас я возвращаюсь к своим функциям председателя Совета и передаю